Добрый день, уважаемый инвестор. Вот и стартовал Новый год, и в нем мы умеренно позитивно вот сейчас смотрим на рынок корпоративного рублевого долга. Тема нашего сегодняшнего обзора – корабль корпоративных облигаций будет уверенно плыть по морю ликвидности. Также поддержку окажет и благоприятный внешний фон. А как мы видим, ситуация с рублевой ликвидностью сейчас выглядит более чем, так сказать, уверенно и сопутствующая. Это такая путеводная звезда для корпоративных бондов. Вот, например, согласно данным на утро вчерашнего дня, совокупный объем банковской ликвидности составил 1 триллион и 759,5 миллиардов рублей. Сегодня это значение подросло еще на 213 миллиардов рублей до уровня 1 триллиона и 972,8 миллиардов рублей. То есть мы имеем сейчас ликвидность фактически в 2 триллиона рублей. Этому во многом, соответственно, поспособствовало увеличение бюджетных расходов в конце 2012 года. Отчитаем вброс ликвидности в конце года. Банк России также оказывал такую массированную поддержку сектору банковскому. Соответственно, это все вкупе и привело к текущей такой комфортной ситуации. То есть мы видим, что Банк России вчера хоть и урезал лимит по операциям однодневного аукционного репо. Соответственно, если последние 4 дня у прошедшего года лимит держался на уровне 1 и выше триллиона рублей, вчера был урезан до 470 миллиардов рублей. Это никак негативно не сказалось на совокупном объеме ликвидности. И даже вот этих средств оказалось много для банковского сектора. То есть на первом утреннем аукционе было почти 160 миллиардов рублей банками привлечено, на втором в районе 35 миллиардов рублей. Соответственно, как мы видим, это далеко не весь лимит, даже не его, так скажем, половина. Соответственно, пока вот ликвидности в системе более чем достаточно. Также выглядит и довольно-таки неплохо внешний фон, смесь Brent, баррель нефти, соответственно, удерживается выше отметки в 111 долларов и, соответственно, 80 центов. В принципе, капитал мы вчера видели, что продемонстрировали такую нам довольно-таки яркую позитивную динамику. Все это вкупе факторы, данные факторы поддержки, соответственно, будут оказывать поддержку и сектору корпоративного долга. Уже сегодня мы можем увидеть рост ценников корпоративных бондов. Вчера еще рынок был довольно-таки неактивен. Мы видели небольшое снижение на 0,02% ценового индекса корпоративных бондов, который рассчитывается Московской биржей. Ну вот, уже сегодня, соответственно, такие вот импульсы позитивные, как с внешней арены, так и с внутренней арены, они уже могут дать свои плоды. То есть мы умеренно позитивно смотрим на рынок корпоративных бондов вот в обозримой перспективе. Соответственно, определенное, конечно, влияние будет оказывать фактор именно вот длинных выходных. Текущая короткая неделя, она вот в силу своей непродолжительности, возможно, также будет снижать активность, то есть часть банков еще недостаточно активизируется, соответственно, пока еще будет сидеть в портфелях, сформированных до начала года, получая свой купонный доход. Однако вот как раз вот и на следующей неделе рынок может быть более активным. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания.